Так, ребята, всегда следите за состоянием колодочек тормозных. Не допускайте, вот чтобы вот так вот они стачивались, потому что видите, к чему это приводит. Вот колодка еще вот эта живая, вообще можно сказать новая. А с этой стороны все печальненько у нас. Стерлась полностью резинка и аж обод порвало. И новое колесо теперь мы будем сюда ставить.